Дима Масленников и Мистер Бист могли быть на том самом батискафе. Дима рассказал, что он должен был оказаться на том самом батискафе Титан, которого раздавило в долю секунды при погружении к Титанику. Чувак, просто мы там должны были быть. Это событие должно было случиться 3 года назад, но все отменили из-за ковида. Мистер Бист тоже признался, что организаторы ему тоже предлагали отправиться к Титанику, но он отказался.